Thank you.
Здравствуйте. Один эспрессо сможете сделать для меня? Спасибо. Карточки. Дайте, пожалуйста, да. Спасибо. Здравствуйте. Все, что есть, ничего не прячу.
Алло. Нет, нет дождя. Ага. Ну здесь тоже пасмурно. Здесь тоже пасмурно. Да я думал, еще неизвестно. Думал, что может быть еще дождь будет идти. Ну, ночью-то. Ну да. Здрасте. Да. Ну ладно, я пойду тогда, да. Дальше. Пока дождя нету, да. Хорошо. Да, давай, да. Здравствуйте. Не подскажете, а здесь, я не обратил внимания, здесь не парикмахерская, нет? Скажите, а вот сколько стоит мужская стрижка будет стоить? А сможете меня прямо сейчас постричь или нет? Я не знаю, вы открыты, не открыты? Я не посмотрел на расписание. Вы закрыты еще, да, наверное? А, извините, я не посмотрел на время. Я увидел дверь открытую, поэтому я сюда и забрел. Анатолий, я без записи. Я понимаю. Если вы это имеете в виду. Смотрите, да. У нас, к сожалению, в этом филиале все забито, но я могу вас проводить до второго нашего филиала, там как раз есть окошечки, мы вас постригут. А далеко это? Нет, буквально следующая улица. Переходите по светофору, идете прямо, и там будет буклет. Ну, пять холмов, ой, эти пять холмов, господи. Да, пять углов. Пять углов, господи. Ломоносова, 26. Ага. Так, я перехожу направо и по Ломоносову иду, да? И там я увижу, да? Да. А, ну хорошо. А прямо сейчас там они смогут меня постричь? Ну, минут через 8, да. А, ну да, я пока дойду, да, ведь? Да. Все, спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо.
сделать, хочу еще сюда сходить. Здрасте. Закрыто еще? Конечно. Вот. Спасибо.
Thank you.
первого. Дальше.